Доброго времени суток. Приветствую, друзья. Любители острова. Два ножа пластуны вашему вниманию. Очень редкие в нашем исполнении. Ну, в том плане, что мы их действительно делаем очень редко. Раз в полгода, а может быть раз в год. Погнали смотреть. Клинки обоих ножей выполнены из стали хром 12 молибден ванадий. Ну или CR12 мов, кому как удобнее. Кто еще не знает, это аналог стали D2. 62 единицы термообработка. Спуски 1/2 у клинков. Традиционно выведены в носик. Долы. Фальш-лезвие. Так вот, наверное, будет видно. Ну или фаска, кому как удобнее. Практически по всей длине обуха. Финиш на клинках травление. Очень интересный узор получается. Также нанесены гравировки. Крест казачьего генерала Якова Петровича Бакланова. Ну, многим вот эта фраза будет известна. Точнее, откуда она. Рукояти в классическом исполнении. Черный граб, изгиб для более удобного и четкого хвата. Пропитка, как всегда, масло даниш. Гарда и навершие, художественное литье из мельхиора. По размерам, давайте вот на примере этого ножа, ну, сами знаете, плюс-минус где-то миллиметр, полтора-два по длине будут отличаться. Общая длина 360, длина клинка 220, ширина 30, 3,9 в обухе, ну и по фаске, как вы видите, на сужение. Сразу оговорюсь для экспертов из комментариев, ножи не являются холодным оружием. Это первый красавец. Ну, по второму, как вы видите, все аналогично. Кому какой нравится, пожалуйста, смотрите, стоимость любого ножа 6000 рублей. Ножи абсолютно рабочие, как нож для добора, как забойный нож. Да, блин, на самом деле, как туристический, пожалуйста, можете использовать, вот кто предпочитает, да, большие клинки. Что вы там, курицу не разделаете, мясо там, или салат не накорошите. Отработает себя этот нож. Или в коллекцию. Очень-очень достойный экземпляр. На момент публикации естественного наличия. Ножны. Натуральная кожа. Как всегда мы сейчас делаем, да, прошиты, проклепаны. Как всегда и делаем, я имею в виду, две кобурные застежки, два подвеса. Почему две застежки кобурные, тоже сейчас объясню, скажем так, наглядно покажу. Вот смотрите, вроде как бы привычно, что здесь вот фиксируется, где гарда. Но опять же, когда на пояс одеваете, у нас начинается вот такое вот мотыляние. Две застежки, на мой взгляд, это уже и надежней, соответственно, никаких мотыляний на поясе не будет. Пожалуйста, вот так в ножнах выглядит.